Специалистов, которые нужны везде и всегда, обучает уникальный колледж Усть-Каменогорска, носящий имя народного учителя Кумаша Нургалиева. Абитуриентам колледж предлагает обучение по целому спектру актуальных специальностей сферы услуг. В колледже 5 компьютерных и 25 учебных аудиторий, в каждой из которых установлен комплект мультимедийного оборудования. Теоретические знания закрепляются на практике в 10 учебных мастерских. Аппетитные ароматы витают в мастерской технологии по приготовлению пищи. Здесь первокурсники учатся выпекать пиццу. Под руководством преподавателя замешивают и раскатывают тесто, готовят начинку и соус, разогревают печи. Все оборудование здесь современное, такое, какое используется сегодня на предприятиях общественного питания. Из другой учебной лаборатории слышно дружное жужжание миксера. Это будущие техники-технологи тренируются в изготовлении десертов. Пирожное – вещь капризная, которая требует не только знаний и навыков, но и помощи мастера и хорошего настроения. С каким волнением начинающие кондитеры следят за процессом выпечки, с какой фантазией украшают свои шедевры, с каким удовольствием подают их на общий стол. Настоящий повар должен владеть и искусством карвинга, фигурной резьбы по овощам и фруктам, чтобы приготовленные им салаты и закуски выглядели достойным украшением праздничного стола или солидного банкета. Лаборатория организации обслуживания выглядит как обычное кафе. Здесь техники-технологи учатся сервировать стол, встречать гостей, правильно подавать блюда, готовить напитки, то есть приобретают навыки работы официанта, бармена и администратора. Все это пригодится студентам, когда они придут на практику в лучшие рестораны и кафе областного центра. В этом году в наше предприятие пришли первый год студенты из колледжа Кумаша Нургалиева. Учащиеся были у нас на практике месяц, проявили себя как подготовленные кадры. На кухне популярного и стильного ресторана «Царица Тамара» работает сразу трое выпускников колледжа. Они блестяще справляются с приготовлением традиционных блюд и кулинарных изысков. В компьютерных классах идут занятия у программистов. Они начинают с азов и доходят до изучения современных тенденций программирования. Колледж обеспечивает студентов всей необходимой техникой. Для лучшего усвоения знаний используется интерактивная доска. Ребята мотивированы на то, чтобы максимально освоить материал, ведь от их квалификации напрямую зависит будущее место работы. Это может быть государственное учреждение, крупное предприятие, фриланс или собственный бизнес. Входя в эту учебную мастерскую, будто попадаешь за кулисы модного показа. Здесь хозяйничают будущие парикмахеры-модельеры. Моют, стригут, окрашивают и завивают волосы, делают оригинальные укладки, творят красоту. Индустрия красоты – это такое приятное очень направление в бизнесе, что, в принципе, мне кажется, любая женщина хотела бы этим заниматься. Но, в принципе, наверное, как и в любом бизнесе, существуют проблемы – это именно кадры. И спасибо, конечно, большое колледжу Кумаша Нургалиева, потому что мы с ним сотрудничаем не один год. И, соответственно, подготавливают квалифицированных мастеров. Мы предоставляем девочкам места для прохождения практики. Мы готовы обучать этих девочек для салонов красоты премиум-класс. Поэтому очень приятно с ними сотрудничать. Наш салон готов вкладывать деньги именно в таких студентов, которые хотят развиваться, хотят зарабатывать деньги, хотят продвигаться. Еще одна модная и востребованная профессия – дизайнер. Колледж готовит специалистов, владеющих искусством гармонично преобразовывать окружающее пространство. В дизайн интерьера входит весь процесс оформления, начиная с планировки помещения, освещения, систем вентиляции, акустики, отделки стен и заканчивая расстановкой мебели и текстильным дизайном. На специальность организации обслуживания гостиничных хозяйств поступают те, кто хочет сделать карьеру в сфере гостиничного бизнеса, начав ее с портье, горничной или помощника администратора. Для укрепления теоретических знаний в колледже оборудована учебная мастерская в виде гостиничного номера. А производственную практику студенты проходят в крупных гостиницах областного центра – «Дедеман», «Усть-Каменогорск», «Турист», «Делюкс», «Шайна Рива». С
момента основания колледж занимается подготовкой студентов по специальности учет и аудит. Грамотный бухгалтер-экономист нужен любому государственному или частному предприятию. Кроме того, выпускникам предлагают вакансии кассиров-операционистов коммерческие банки. Трудоустройство гарантировано техникам-механикам по ремонту автомобилей, окончившим колледж имени Кумаша Нургалиева. Здесь создана великолепно оснащенная аудитория электрооборудования автомобилей, где проходят теоретические и практические занятия. Ребята увлеченно изучают все нюансы устройства систем, возможные неполадки и способы их устранения. Настоящая гордость колледжа – собственный сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Это просторная автомастерская общей площадью 250 квадратных метров, которая оснащена профессиональным оборудованием компьютерной диагностики, производства Германии, Италии, Чехии, Испании, Китая и России. Здоровый образ жизни – тренд 21 века. Студентам предоставлены все возможности, чтобы заниматься физкультурой и спортом как в учебное, так и во внеурочное время. В колледже работает столовая, которая балует посетителей разнообразием аппетитных и полезных блюд. За безопасностью в учебном заведении следят 75 видеокамер. Колледж достойно выступает на городских и областных мероприятиях. Так, в ноябре 2017 года юные правоведы участвовали в областном конкурсе учебных судебных процессов среди студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. Жюри, в состав которого входили действующие судьи, прокуроры, адвокаты и медиаторы, отдало команде колледжа третье место. Технологии с каждым днем становятся все более совершенными, но люди рабочих профессий все так же нужны во всех сферах жизнедеятельности. Овладение курсом специализации в колледже проходит гораздо быстрее, чем в любом высшем учебном заведении. Получив диплом, выпускники могут сразу начинать зарабатывать. Им легче подниматься по карьерной лестнице, ведь они уже обладают компетенциями специалиста среднего звена. Им проще поступить в вуз на старший курс, открыть собственный бизнес, ведь они уже знают профессию изнутри. Все ценности мировой цивилизации, все экономические и культурные богатства создаются человеческими руками. Безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм ценились и будут цениться во все времена –